Всех приветствую, с вами Нелис. И судя по всему, вы сюда зашли для того, чтобы узнать, как играть в Geometry Dash с другом. Ну или вы просто мой подписчик, но неважно. Насчет названия. Это действительно не кликбейт, сейчас вы узнаете, как можно играть в GD вдвоем. Но тут есть один минус. Вам нужно играть либо с одного телефона, либо сидя вдвоем за ПК, управляя пробелом или мышкой. Ну, в общем, если вы не хотите париться и просто желаете поиграть, не создавая уровень вручную, то попробуйте написать в поиск, например, Stereo Madness 2 Players. И вам покажут уровни на двоих. Ну а те, кто хотят сами создать уровень, специально для них я сейчас покажу концепт, как это можно сделать. И да, скорее всего, видео будет длиться не больше 3 минут, потому что я сейчас не планировал запариваться над геймплеем, но если вы реально хотите разобраться в триггерах и так далее, то давайте наберем на этом видео 500 лайков. Этим вы покажете, хотите ли вы увидеть еще туториалы по редактору. Давайте приступим к созданию уровня. После того, как мы зашли в редактор уровня, то нажимаем на эту шестеренку и активируем Dual и Two Players. Это мы включили для того, чтобы управление разделилось и на двойных фигурах можно было играть разными кубиками. Ну а это чтобы появилось 2 игрока. Ну и дальше настраиваем геймплей так, как хотим. Дальше нужно обязательно поставить на старте синий портал. Ну и после всего этого вы можете наслаждаться игрой с кем-то. Напомню, уровень я не строил, потому что в этом видео хотел вам показать, как играть вдвоем. Ну и если вы хотите узнать, как это можно реализовать, чтобы тут была мультиплеер игра, то вы знаете, что делать. Ну и в принципе все. Тем, кто тут новенький, советую вам подписаться на канал и поставить лайк. Ну камон, вы же досмотрели до конца, значит вам что-то в этом видео понравилось. А для тех, кто на меня уже подписаны, не забывайте посещать мою страницу в ВК и особенно Твиттер. Потому что я сейчас начал его вести и думаю, вам будет интересно узнать различную информацию, например, дату нового видео или что-то подобное. Так что можете хотя бы пару раз в сутки туда заглядывать. На этом все. С вами был Нелис. Всем пока.